открывая двери. Но не знаю, как вообще не верить, или не знаю, как именно верить, да и как в такое можно поверить. Я думаю о том, что не открыв двери, что, возможно, я не очень верю. Знаешь, ты прав, я не очень верю. Будь мне примером, я поверю. Какой-то яркий сон и этот разговор. А могу ли я вообще истинно поверить и открыть, просто не спросив, кто там двери? Если ты не веришь во что-то это, ты не сможешь идти дело в дело. Никакой другой дорогой, кроме той, которая по сердцу, это был твой.